Стало известно, что попечительский совет фонда «Круг добра», который занимается помощью тяжелобольным детям, будет изменен. Из него убрали Чулпан Хаматову и Ксению Рапопорт. Такое решение принял президент России Владимир Путин, который решил обновить состав попечительского совета фонда. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. Всего было исключено 4 человека, в том числе и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и попечитель фонда «Дети бабочки» Ксения Рапопорт. Вместе них новыми членами стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и прославленный хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк. Отметим, что Чулпан Хаматова была одной из первых актрис, кто решился заниматься благотворительностью и начал делать это публично. Звезда одно время давала интервью лишь за деньги, которые перечисляли в фонд «Подари жизнь», а также устраивала различные акции и спектакли по сбору денег. Ее примеру последовала и другая звезда российской сцены Ксения Рапопорт. Ее внимание привлекли так называемые «дети-бабочки», у всех у них настолько хрупкая кожа, за которой необходим особый уход и постоянные перевязки. Болезнь неизлечима, но взрослые учатся с ней жить.